Ребята, всем привет! С вами крошка Настя. Короче, это видео у меня про новости в Adopt Me. И как нам известно, уже в этот четверг у нас пропадет Safari обновление и появится новое. А какое, я вам покажу прямо сейчас. Советую вам подписаться на мой телеграм-канал, ведь там каждый день проходят конкурсы на Robux и Riot питомцев. А также, если вам повезет, вы можете попасть в одно из моих видео. Ссылочка на канал прямо сейчас появится вот здесь. Star Pets вернулись! Теперь вы снова можете покупать и продавать, обменивать своих питомцев на лучшем маркетплейсе по Роблоксу. На сайте присутствует множество методов оплаты и вывода для жителей всех стран. Но также не забываем, что на Star Pets вы можете покупать Робоксы по очень выгодному курсу. 1 рубль равняется 1,5 Робокса. Переходите на Star Pets по моей ссылке в закрепленном комментарии. Ну что ж, теперь нас ждет джунгли обновления. Вот таких вот 3 новых питомца у нас появятся в игре. Птичка будет стоить 500 баксов. Второй питомец пока что непонятно кто это, какой-нибудь хорек или кто, не знаю. Он будет стоить 1300 баксов, а последний питомец 100 робуксов, достаточно недорого. Но это еще не все, у нас вернется старый магазин. Игроки, которые играли до начала 2022 года, 100% помнят этот магазинчик. Он был в Adopt Me, можно сказать, с самого начала, но потом в какой-то момент его убрали и поставили магазин там, где сейчас продаются божьи коровки. А теперь решили его вернуть, но вернули его не просто так, а для того, чтобы там можно было работать. Получается, у нас есть в Adopt Me 2 профессии. Это пиццерия и салон красоты. Теперь появится еще третий вид заработка, получается продуктовый магазин. Но если посмотреть название вчерашнего видео разработчиков, которое я вам только что показала, тут у нас написано «Новые работы», а не «Работа». Получается, это еще не все, то есть нам добавят не только новый магазин, а еще что-нибудь, но пока что нам это не спалили. Очень интересно узнать, какую следующую профессию нам добавят в игру. Надеюсь, это будет полицейский участок, потому что про него уже целый год ходят всякие слухи, и так его и не добавили. Ну что ж, будем ждать новых новостей. Скорее копите баксики, чтобы вы могли купить новых питомцев. А также выращивайте питомцев. Если у вас есть фулграунд питомцы, то вы можете получить вот такие вот зелья роста. Соответственно, можете быстрее вырастить неонку из новых питомцев. Да, и кстати, чтобы получить зелье роста, нужно, чтобы ваш питомец был фулграун, и вам нужно выполнить 30 заданий, чтобы получить одно зелье, и так каждый раз. Возможно, вы уже знаете эту информацию, просто я знаю то, что многие еще до сих пор не разобрались, как это работает, так что я вам на всякий случай сказала. Ну ладно, ребят, вот такое вот видео получилось, если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого обновления, какой из питомцев вам понравился больше всего. Всем пока-пока, ждите новых видосиков!